Национальную полицию в Одесской области возглавил Дмитрий Главин. С лета 2016 года генерал полиции третьего ранга. Руководил всеукраинским департаментом уголовного розыска. Дмитрий Главин известен тем, что 20 мая 2015 года, когда в торговом центре «Новый привоз» преступник взял в заложники двоих сотрудниц аптеки, офицер полиции уговорил его обменять женщин на себя, а потом, став заложником, убедил сдаться. За этот подвиг офицер получил из рук президента орден за мужество третьей степени. Вчера ночью нового начальника представили коллективу областного управления национальной полиции. Порядна людина, перш за все, и професійний генерал. Тому самі теплі слова я можу сказати про цього керівника. Я сподіваюся, що і в подальшому в Одеській області розбереться з тою обстановкою, яка у нас зараз є, відбувається в Одесі. Я уверен, что личный состав Одесской полиции, мы вместе с ним кардинально поломаем ситуацию в регионе. Слово «поломаем» очень дословно, потому что по-другому уже дальше некуда. Извиняюсь, тем не менее я знаю, что люди готовы, люди будут работать и сделать все от них зависящее, чтобы Одесская область не звучала в последних годах где-то сводка.